Да-да, сейчас. Да, ставлю, тыкните. Вот по мне пока. Да. Юля, тут? Ваня. Рога, рога кончается. Дашкин. Чё там, готово? Да. И можно пулять. Ай, блин. Орехи там на протопало тоже киньте. Толк. Так, ну укусишь. У тебя не получилось. Интересно. Вот это поворот. Спирит, поднимай анимал джаза. Блин, вставай уже, было копье. Мистер, что забыли выключить, да? Ну да. Или кто-то забыл включить. Ой, что ты не включил, мистер, что? Спула включил. Ну да. Наверное, промазала. Там пассивная. Ну, ёба, кусай хилику или Wild Magic. Там Wild еще. Ну вот джаз метка. Отбегите от него, он вайп на нас, видите? Он двоих вайпнул сейчас специально. Я отбежал, то я не заметил. Апис, подымай дисармори. Пристебьем взрывом разума. Метро, кинешь сакру, прожмете мастер аур. Ставки, покрейнер. Фокус хира, бим на хп, прожимайтесь. Сейчас будет пакт. Пакт. Быстрее. Смарт-килл тени. Альпичу укус передать Транга мне. Что, все лапают? Да как, если я вайп выкуваю, то я говорю, что да. Так выполняю. Альпичу укушу. Теперь можно дать рост. Дайте кто именно ману. Да, можно. Джейлис, например. Дистанцию набирайте. Копии никто не отменял. Сейчас попадаете, мы не добьем 5 лямов. Сейчас будет
этот фир, короче. Надо опять дистанцию набрать, калку прожать, сакру. На, все присты, гимна отхил. Кусы не забудьте передать. Пакт, пакт. Блять. Оставляйте меня материться. Мне сейчас некому передавать укус уже. Молодцы. А мне, я за тобой бегу сзади. Да ладно, скажи просто. Признайся в этом, Олег. Минус 3 с пактом и с тенями. Да добивайте короля, эту королеву, Олега не трогайте. Я ему стан дал. Вот еще один босс, который на удачу убили, зарганули. Алжас, спасибо тебе. Да не, просто... Идет передача укуса за 5 секунд. Я смотрю, там 3 цели без укуса в центре. Они начинают сбегаться и просто умирают. И все. Больше никого. Вася что-то забагался. Дискон был, наверное, другой квест уже. Соратники, прайгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Еще позади скот. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Не, я тут что-то не выполнился. Твой болтовни, прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. А сейчас Лагруха падает по КД, да? Ваня? Похавай что-то. Сейчас. Ну, гуляйся, что мне маны хватит. Ты левый по... Так. Смотрим, кого из хилы. 4, 5, 7. Я начитал 4 Рестер Шамана, Холи Пала, 2 Эрдру, ДЦ. Я могу, наверное, шамазать, у меня с Романка дальше. Ну ладно, тут хватит. Да. Перершам и Холипал, я еще пойду. Вы не забудьте про рейд, чтобы хили. Рейд какой-то, да? Там ДЦ соло. Ну тут все соло. Танк соло. Килл соло. Милик соло. Я вот просто беру из звездопада, бью, что попало. Правда, не попадая никуда, но все равно. Вроде убивается что-то. Может, мы не отключили анбаф, почему-то легко убивается трэш. Вдруг я с хилами договорился, чтобы они не хилили. Вы подумали, что... В общем, есть баг, то что вот этот носитель смерти, он не призывает мамбу. Если ему дать 3 контроля, как только, ну, он согрелся. Обычно смерч дает. Вы тоже ждете лича, как и я? Да.
Да, я не жду его, я иду к нему. Правильно, тоже неплохой подход. На четвереньках раком мы идешь дейвой. Вытягивай его по одному. Давай, я напулил на утроба. Ну что, потом... Ой, блин, где твоя ебучая хуйня? Трёпка, блядь, чё я мобов срываю? Вечи или что-то там качал опять. Чё за хуйня? По-любому хуёвый напул, вот почему. Не, ты не отозвал пэта, поэтому он согрелся. Теперь будешь думать. Так, быстренько сейчас рейсом спадает бой, у нас есть 10 секунд, чтобы порейсить людей, а вы сразу встаете. То потом опять будет бой. Виктор Газов, вставай. Чудаш Кирстан. Давайте посмотрим. Ой, нет, он за бога лась. Ура, пошлите в льду. Да после лича уже пойдем. Фулл хм, как обычно, да? Да-да, нахер ты РСК. Ну да, мне уже давно РСК, уже 9 фуловых чаров во всех спеках. Ну да, столько плащ на мага, тапки на мага, и все. Уже два паладина в трех спеках фуловые. Надо сейчас третьего одеть, наверное. Там, наверное, X5 будет, там Новый год или что-то такое, каждый год. А еще не включили? Да вроде нет. Да не, у меня есть 80 левел паладин, просто не играю. Интересно, будет ли анбаф в следующем году у нас, если мы доживем до него, конечно. Вряд ли Путина прейд захватит, не будет. Сделаю-ка я скрин рейда. Так ты планируешь на войну идти в эти три дня, что ли? Угу. А нет. Ну, следующий год не за горами, так что. А чё ты думаешь, там война будет? Подожди, а чё ты думаешь, что он не за горами? Кто спросил такой в следующем году, как будто это через 365 дней, что ли? Давайте. Транга в хила, фибрилляция в хила, я в хила. Если Путин нападет, мы пошлем на передовую и батарею конча заспут. Она всю Россию до Кремля разбомбит, короче. Альпич, оставайся в ШП, кресты бьем взрывом разума. Я ревок, секунду. Там сибирский батальон во главе с Войдом выйдет, ебать, я пиздец вам не дам. Вы пока из своей тайги выйдете, уже, блядь, окончание времен будет там. Собачья упряжка. У нас 15 минут, а надо ускориться. Стойте, я ревогусь. Ну ты же не демон, верно? Демон. Держи, Ваня, сис, ты там метку на себе кинешь. 15, 25. Ну, не, мне не надо. Держи, Ваня, ассиста. Метку на себя кинь, живу, я кидаю, это Олегу. Погнали, покомандуйте сами, я похилю себе. Давай, Войт, бьем. Выйдет Рэш, бьем. Большого бьем. Мои силы на исходе залечить.
Огненный слева. Порталы место занимаем. Собер порталы в хиле. Давайте с правой стороны собираемся, как на варпах смотреть. После большого подавления приоритет сыграли. Огненный справа. Мага добили, теперь огненного. Не трогайте большого. Давайте с левой стороны собираемся. А вы е под жирного. Что-то Белина не везет тебе вообще крайне. Это его со Слятина проклял. Потому что Слятина первый босс по КД умирал. Давление. Давайте. Огненный слева. Без меня летайте, я потом к вам дойду. Я АФК ушел, да? Нет, стак. Время по стакам было не очень. Потому что мы покалываем. Не сейчас. Подавление смотрим. Слева много сверху. Давайте под мордой соберемся. Давайте хорошо собирайте последние порталы. Толстого не бейте, сначала огненного. Летайте сами, кому там порталы надо. Давайте не убрите, там хп ж меньше. Давайте Герой реагируем на хп. Альпич, выбираю Вальку, гимн на хп. Отдал. Фокус Хир, выбираю Вальку, гимн на хп. Подробнее. На Вальку. Вот я иду на 5 минут он трэш. Тоже. Хороший лут падает, кстати. А, это накидка всегда падает. Хазл берешь, плащ? Ну, не знаю. Давай тебе. Ну, пылить, не пылить. Ампали. Вон они. Ладно, хорошо уже, да. Ладно, давай, ты где? Внизу. Чего не взять, палач, предбить? Еще неизвестно, как быстро ты его выбьешь. Не говорите, здесь тебе поэтому за 2 недели уйдут. Ну, я вообще не знаю, что люди так морочатся, там 200-300. Согласен, 200. 200 гп за дню идут, а если у тебя еще и права есть, то вообще за 2 дня уйдет гп это.
Ребята, вы помните, когда последний раз упал вообще это кольцо? Фантовское. Я один. Оно не так редко падает. Даю калку. Фандал. Танки дракончиков возьмете? Тяните тетку кастующую. Да иду пока.
Убирайте титаны, поднимайтесь наверх. Так, у нас будет 5 хилов здесь. Идем к пенькам. У нас бахать око. Ваши души. Шидоши. Суши. Ваши суши. Ваши груши. Каску пауку. Кулак МП5 ханту тоже дать. Так, не забываем. Это надо давать сакуру на притяжке у троп первый, второй калк. Дайте лапку. Настойки выпейте. Пивайте хорошенько. Интеллект еще бафайте. Ваня готов? Да. Ну давай, пошли. Вайпаемся сейчас. Пульте хорошо, у меня мастерство 32 всего лишь. Уже первый соленет. Первый винокик. У меня 33. Первому игроку приготовиться? Такая течение фильм. Фантастика. Ты ни хера себе. Ни одного хила нету с собственного живота. Я тоже посмотрел. Это значит... Можно... В фазе добивания жопа был. Тяжко. Значит, лагать начал. Я, наверное, сейчас умру. Так капельку киньте на фокусаку. Видишь, сакра зарешала. 5% хп было у тебя. О, здесь снег сильный. Куда интернет начал глючить. Вот три метки. Тут нет фазы добивания. Три хила в метках, кстати. И полено. Топ, Лена, блин, не пугает. Метки до 200 тысяч без дот. Центр падает. Бей. Не бейте метку, за которой стоим. Лево падает. Левую метку не бьют. Сейчас. Все в левую сыграть теперь. Все в левую сыграть. Фокус хира гим над хил. Скюрит под майобу. Баф по йобе. Пистобаф каску крест. Минус один БР. Калк, не забудь сакру. Выжили. А СССР раскидывали? Нет, я кинул игру. Давайте свяжитесь с силой мысли и раскиньте на Конскюрида и Аписа. На Аписа. Так-так кинули. Почти переходка уже. Осталось чуть-чуть. Смотрим метки опять. На двух танках. Метки. Войт слева. Так, стои спокойно, держи ассиста, хилика, кидай метку на утроба, сливаем ту метку с утробом. Напиши в бесконечном чате, что... Давай быстрее. Да не войда сливать, а утроба, не пиши. Утроба сливайте. Вот бы я видел, где.
Да. Войда Гиер. Все видели. Минус один. Так, ледяной бомб умер. Это Джерин был. Отвести? Ну да, надо отвести. Танешь сам. Не, лучше хильте моего рада. Отводи. Вот троп там, поставьте его как Халиона, короче, чтобы нормально все было. Так, становите звезду, даем рост. Утроп, приготовься сакру. На притяжке ты, да? Ну да, на притяжке, все верно. Беги, малышка, беги! Главное перевести без третьей взлетки. Апис. Иннеры по фукасаку, каску, крест. Блин, забыл, что я стакую. Пристабав, иннеры по фукасаку. Меня сишу, не резать, от меня сишу, отбегайте. Что там, фаза будет? Так, фаза пошла, все метки под босса несем. Главное танку хорошенько хилить. Давай по косяку под босса. Эй, отбежали от него. Эй. Кулак по шаману. Кулак, блин, по шаману. Играйте в метку. Йоба под босса, йобу хорошенько хилить. На черепок капли даем. Метку не сливать. Метку не сливать, ждем. Просто стоим, хилимся. Милики отошли от склепа. Гимномана могу дать. Дай. Давай. Давай гимномана. Калк под босса, милики отошли. Блин. У меня 6 штаков. Вот це я дурачок. Забыл, что я стакаю. Снимайте метку, следующий под босса. Дашкин под босса. Милики отошли. Смотрите, Дашкин спрятался. Прикольно. Давайте метку. Ну, хотела в рейд откинуть, видишь? Трихил, освобожденная магия. Или Джелис, Фукусаку, Филика под босса. Альпич гимна отхил. Белин, Анимиджа. Каплю на утроба. Метку слить. Следующая метка с притяжкой числа и под босса. Прожми незыблемость. Антимагию. На Войда каплю. Трихила освобожденка. Беги, малышка, беги! Отбежали от метки. Следующего под босса. Тектор газа под босса. На сектора 15 капель даем. Калксакру даешь. Джейлис гимна отхил. КД. Спасибо. Я дам. Шаринка для босса. Милики отошли. На Войда 15 тысяч капель. Верса через 30 секунд. Перебрилляция под босса. Брилляция, прожми бабл, незыблемость. Деваю метку. Да, на Войда. Смешно так как будет, блядь. Милики отошли. Метку не сливать, притяжка будет. Стоим, ждем. Ничего не делаем. Так, до берсы 15 секунд. Надо бить. Быстренько. Кое под босса. И когда будет берса у Сендеры, просто прячемся. За глыбы она под берсу убиваем уже. Окей. Все, теперь в следующую сторону. Следующую метку в сторону. Это Харзул в рейде. Нет, караул. Харзул в рейде. Я в рейде, он улетел на тапках. Да ладно, я шучу, он не в рейде. Улетел. С меткой, да? Да-да. Все нормально. Ну да, конечно. Я так планирую. Все под контролем, да? Я тут кралька. Ну просто хотя бы быстрее к лечу прибежать. Ваня, ты что, свалить собрался?
Ну да, в принципе, там легкие боссы остались. Ну заходи на шаманну, я лагаю сильно. Да не, Ваня, ты чё, мой триумф, блядь? Или чё-то чё? Да не, у меня пинг только растёт. Олег, короче, информация такая. У меня стан через одну будет. Я вкачал увечья, там на грош больше было. Минута, когда стан, через одну буду станет. Но я также не улетаю на вальках. Ну, мы не поддали чат, там шум сейчас загадится, зайду. Че говоришь? Что ты вкачал, чтобы оно... А нафига эту фигню качать? Короче, ладно, по тактике. Кружок станет Дашкин. Трусы утроп. Ромбик станешь первую волну. Animal Jazz второй Белин. Будет там по усмотрению. По-моему, ассистов, чтоб твинов набирали. Я этим не буду заниматься, если честно. Килы, секьюрити, кал, джели, сапис. Кому ассиста дать, чтоб твинов заводил? Мне кажется, ну его на этих твинов, давай просто убьет. Мне тоже впало заводить твина. Мне не впало суманить. Я даже не помню, где у меня там звание. А паладин, наверное, давай выбираем. У меня на многих нет, мне впало заводить просто. Суманите. Да на ком? Шестая пати. Так, итого, мы дошли до лича за, не считая дисков и трех вайпов на ребре, за час. Ну, 11 это точно с вайпами на ребре. Говоришь? Ну, там я бы линканул 2.11. Это с вайпами на ребре. Ну, у меня фласка вот была час. 2 часа, и вот сейчас третья фласка 11 минут как раз. А я выпил прямо вот на первом трое ребра. Вот у меня то же самое с этими, со фласками, если посчитать. Да не придумывайте ничего, 2 часа 40 минут мы играем. Что вы пытаетесь доказать? Мы пытаемся доказать, что мы сидим на жопе 2 часа и 40 минут. Блин, ну ладно, как... Я час у вас украл. Мы сами все украли. Вообще пусанули в этот рейд. А, нет. Час 58, все верно. Это вы меня на... Да, я Эльпичем КП, я отдал ему так. Суманите. Кто сказал? Войт. Ты оф. Ты оф, оф. О, блядь, не медведи, это паладин. Невозможно применить к этой цели, он этот запряжен, блять, как она называется, собак-то. Короче, я не нашел фокуса, кину на варенье, где-то прячется, я подгляду. А чё так много? Не знаю, просто так захотелось. Это всё, 5 человек? Наверное, нету смысла анбаб собирать. Уже, наверное, все поделали ачивы. Просто тут в рейде ни у кого нет ачивы. О, ладно, тогда я открываю 8 окон. Секунду. Тут еще 10 мест есть.
А что, можно одновременно, что ли? Разумеется, если у тебя хороший компьютер. Не, я имею в виду, можно одновременно открыть пару окон и зайти на босса, или только один перс? Сегодня. Если у тебя на одном аккаунте, заходи сколько хочешь. У меня на каждом аккаунте один персонаж. Просто. У тебя феноменальная память. Ну, не знаю, я знаю все пароли, насколько там, с аккаунта. Чё там, блядь, начнём, не? Да, и запускаем, пока датсумоним. В итоге набралось бы 7 человек уже. Кто хочет еще место уступить, например? Что-то вы долго думали, давайте быстрее. Смартил, ты плюсанул пацан своим фином, а смарт-кью не офнулся. Сейчас, секундочку. Прежде чем зайти на твина, ночью вофайтесь вначале тем, которым должны. А, ну тогда я останусь этим хантом, кик не мага. Блин. Не дай РЛ. А ты что хотел, две силы получить, блядь? Да. Воу, я угораю. До чего люди доходят, блядь? Чек на АФК. Ты готовы? Джелис диспелит. Дайте рыбу. Есть кофлоска, ну-ка, да? Чё ты говоришь? Я запустил. В общем, регуляция ТТ маков на валь, не забывай. 2 ДК скачанной лужей. Вар, который подрезает валькам. Пистык, который стреляет их. Таны распределены. Чё, фласка есть? Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Нет. Геру с пула давайте не забывать. А, Геру с пула. Давай Геру с пула. Смарткил, ты ром иступление снимаешь. Щепотка везения, и мы убьем с первого трая. СС на второй фазе скажу. На переходке. Рост. РДД ловушка. Эй, интересно. РДД ловушка. Что с этим шаркарем? Он на тотеме почему-то идет. Это прикольно. Да, можно. РДД перебежали. Чума, 2 секунды. Вынесите, пожалуйста, чуму, потому что на трэше ее нету. Смарт-килл чума. Спел. Не везет. Чума до сих пор нету.
Медлики, ловушка. Второй шар так еще вылазит. Медлики, ловушка, далеко бежим, там милик завис. Всем до свидос. Славия, чума. Спел. На мобе чума, кружок. О, все. РДД в звезду, встали в звезду. Какашка, так каплю давать. Можно уже давать. Да не молжас, давай каплю. Где захил по ретрика? Перебежали, сразу вставай. Беги к РДД зоне, конскюрит чума. Конскюрит чума, диспел его, диспел. Галка, диспел. Ужасно выносит чуму. Дали бафы по палам. В мили-зоне ловушка, все на край. 1% до переходки. Там третий шикарный нападок. И что дальше? Таунти на себя и бьем дальше. Надо его затаунтить. Значит, это темп по юге наман. Води, подводи мобов. Должен был развернуться, подвести трэш. Брейд. А чего упали? Ну не знаю, потому что ты не стаунтил моба. Надо было просто посмотреть шарку еще. Надо смотреть развертку урона по врудбалакам, потому что не должно быть третьего шаркаря, это вайп. Там что, третий шаркарь был? Да. Вовлечение. Внимание. Миллион. Там с первым шаркарем вообще какая-то дичь была. Линканите. У него три таунта одно. Вот линканите, пожалуйста, в лича урон. И давайте просто сделаем, чтобы сектор газа, например, бил больше лича, чем в урдалаках. Сектор газа набил больше всех лича. А, да? А линканите, кто там может что-то накручивал? Не знаю, хазарак, наверное. Или нет. Присотка по вурдалакам, блокам. Трисия вообще приколист. Трисия шарка еще почему-то бил 170 тысяч. Зачем? Да, блядь, за который вылез третий, что ты мозг ебешь. Это третьего набил. Я возгоралку включал уже, когда перевели на вурдалак. А тут разве не дают рост сразу с пула? Так был? Ладно, давайте по-простому сделаем. Если вылазит снова третий шаркар, я смотрю, кто не бил лича, переключался в трэш. Я просто кикаю из рейда и добираю людей с лучата или с гей. Пробуем так сделать. Но я не верю, что маги набили по 600 по вурдалакам. 800. Лок набил 600 только на переходке. Я это не верю. Ну конечно, это неправда. Это правда. Я их вообще не трогаю. Никак не трогаю до переходки. Разве максимум можно на перебежке кинуть две глыбы. Если наличие есть глыба, то кинуть на шарку еще на вурдалака. А чтоб 700к было по нему, надо специально их дот. Я что, играю за мага? А, давайте бафаться. Билин, ты где? Билин. Почему что-то медленно выносите? Ты стану назначал? Да, к сожалению. Опа, мы стоим, давай.